и гимнастика. Сейчас я покажу упражнение, которое может достигнуть 70 годов. Очень сложно, можете попробовать, если не будете пить и курить. Оп. Всем желаю здоровья и здорового жизни. А самое главное, стяжание мирного духа. А мирный дух, это нужно просыпаться всегда с хорошим настроением. А чтобы было хорошее настроение, нужно никогда ни на кого обижаться. Никогда никого не корить. Никогда никому не мстить. Тогда у вас будет всегда хорошее настроение. Спасибо. Вам сколько лет? 69. Специально для Илаб Габлок. Да. Тренируйтесь.